Мы сейчас находимся в поселке Хайрюзовка Иланского района. За этим забором расположена колония поселения 26. Здесь отбывает наказание осужденный Дмитрий Коган и будет отбывать его еще по меньшей мере 2 недели, но об этом чуть позже. Вся эта история началась летом 2014 года, когда Коган на своем автомобиле на пешеходном переходе насмерть сбил 2 девушек. Летом следующего года Когана приговорили к 3 годам колонии поселения. Отбыл он только 1/3 срока и подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако сегодня в Иланском районном суде ходатайство Когана об условно-досрочном освобождении снова не рассмотрели. Заседание перенесли на 17 ноября из-за того, что осужденный намерен предоставить некие дополнительные доказательства. Сам Коган на заседание сегодня не явился, присутствовал его адвокат. Я напомню, это уже 2-й перенос заседания. Первое заседание состоялось 20 октября, тогда его отложили из-за того, что вовремя не уведомили одного из потерпевших. Сейчас все потерпевшие оповещены, но я повторюсь, заседание переносится на 17 ноября из-за того, что осужденный намерен предоставить к материалам дела дополнительные доказательства. Елизавета Курочкина, Виталий Субботин, новости ТВК, Иланский район.